Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам свой небольшой заказ по первому каталогу еще 2020 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Этот каталог действует по 10 января включительно. Надеюсь, что я опубликую сегодня это видео, то есть получается, что еще сегодня и завтра время действия этого каталога. Поэтому, девчонки, если вас что-то заинтересует, вы еще успеваете оформить свой заказ. Ну и, конечно же, новички в этом каталоге получают вибромассажер для лица с кварцем. Он работает от батарейки по типу АА. И чтобы его получить, необходимо выполнить свой заказ на сумму 1699 рублей в цене каталога, минус скидка 20%, плюс сбор за доставку. И чтобы получить вибромассажер уже по следующему первому каталогу с заказом от 1000 рублей в цене каталога, вам необходимо по 10 января включительно заказ оплатить. То есть до 11 января, до 24.00 заказ должен быть оплачен. Поэтому если вы все-таки хотите получить массажер в подарок, то регистрируйтесь. Ссылка для регистрации под видео есть. И выполняйте те условия, которые заявлены. Либо можно это сделать со следующего каталога. Но если будете делать заказ уже по первому каталогу, то в подарок у вас будет идти набор из серии Greenly. Это порошок для цветных тканей, и это пятновыводитель. А также, если вы сделаете свой заказ в течение суток, то еще и набор пробников в подарок получите. Ну, а теперь давайте покажу вам, что же было у меня в заказе по первому каталогу. У нас в декабре каждый день компания Faberlic перед Новым годом проводила шикарную распродажу. Это была шикарная акция «Товар дня». Вы знаете, мне кажется, впервые была такая акция, но мне она очень понравилась. Вот действительно, акция отличная. Еще бы, если знать немножко заранее, что будет в акции «Товар дня», чтобы сориентироваться по своим покупкам. Очень выгодно можно было приобрести и стиральный порошок, и из дом Faberlic, и парфюмы выгодно можно было перед праздниками приобрести. Поэтому акция замечательная. Вот если бы нам, как вот вам, напишите, понравилась эта акция. Но я думаю, что многим, наверное, она приглянулась, потому что всегда хочется для себя что-то приобрести с более привлекательной ценой. Так вот, когда я делала свой заказ в этот день, в акции «Товар дня» была моя любимая тушь из линейки Glam Team First Class. Кстати, вот в этом первом каталоге на нее будет такая же цена. Поэтому я вначале хотела взять несколько, а потом, думаю, что мне и по баллам, так как я 100 баллов делаю, для себя примерно подсчитать, то возьму пока я одну в «Товаре дня», а потом я по первому каталогу возьму еще. Тем более по первому там у нас бонусом за покупки еще будет силиконовая щеточка и хорошая тушь. В видео о новинках я вам все об этом подробно рассказала, так что смотрите и новиночки. В общем, First Class обожаю. Здесь фибровая щеточка, питательная формула, делает хорошими реснички. И была просто в «Товаре дня» прекрасная цена. Также у нас на втором шаге в разделе «Персональные акции». Сейчас вот по этому первому каталогу, кто не знает, обращайте внимание, есть раздел «Остатки сладкие». Скидки до 80%. И вот в этом разделе был и тоник из серии «Ультра Клин Грин». Тоник замечательный. Жаль, конечно, что вывели. Надеюсь, что все-таки как-то вот будут оставлять те товары, которые очень полюбились и которым потом выходят вроде бы новинки, но замену найти бывает сложновато. Так вот, в разделе «Остатки сладкие» я нашла свой любимый гель для душа. Это была лимитка перед праздником 8 марта. Это солнечная мимоза. Вы знаете, мне вот в ранней весной, когда он появился, так нравилось принимать душ. Здесь действительно аромат мимозы с нотками пудры, с нотками зелени. Он гелевый, но он довольно-таки густой, прекрасно пенится, кожу не сушил, прекрасно работал. Я взяла два. И цена в разделе «Остатки сладкие» всего 59 рублей. И гель изготовлен 2 февраля 2020 года. То есть ему еще нет года. Он свежайший, и с удовольствием я воспользуюсь. И еще я взяла один гель. Вы знаете, надо было тоже, наверное, парочку приобрести. Это тюльпан. Был еще у нас орхидея, но вот орхидеи нет. Многие просили вернуть. Тюльпан тоже очень приятно пахнет. Вот именно вот этой, наверное, пыльцой. Вот когда нюхаешь тюльпан, тоже классный. В общем, отличные гели. Вот в холода, мне кажется, они будут великолепно поднимать настроение. Ой, какой классный.
Прям очень приятно пахнет, и цена всего 59 рублей. Даже если вам не подойдет, на руки за такую цену перелить куда-то в дозатор просто замечательно. Ну и, конечно же, почему я делала заказ, я все-таки, девчонки, наверное, я чайника МАН, или как там правильно назвать. В общем, я заказала еще один чайник от Faberlic. Это новинка как раз 19-го каталога. Заказывала я два. Один я приобретала родителям на подарок, уже я его подарила, а второй я заказала себе. Кстати, стеклянным я сейчас пользуюсь, так как у меня как раз мой перегорел, прям так вот получилось, что, в общем, перестал выключаться, где-то года полтора прослужил, но тот я покупала в магазине в масс-маркете. А железный, вот этот металлический чайник, мне очень захотелось тоже приобрести. Здесь, кстати, вот такая упаковочка, давайте вам все это покажу. Все упаковано, инструкция, все очень достойно. И, вы знаете, вот отличнейшее качество, поэтому у нас вода жесткая, и вот эта накипь, просто в стеклянном чайнике мучаешься, вот постоянно, чтобы он был идеально чистый, вот постоянно вот это вот лимонка, а вот в таком просто его промыл, даже если где-то забыл, то все-таки это, ну, в общем, он более эстетично выглядит, и мне кажется, вот в железном лучше вот тепло вода сохраняет, ну и понравился, в общем, понравился, поэтому вот смотрела в каталоге, и поэтому два я еще взяла. Давайте немножко пошуршу, покажу вам, как он выглядит. В общем, вот такой чайник, наверное, я вам потом в Инстаграм отдельно покажу, еще я его не тестировала. Здесь у него тоже металлическое горлышко, есть дырочки, здесь тоже у нас открывается крышка автоматически, и внутри вот здесь вот тоже вот есть вот такой вот фильтр стоит, то есть он съемный, можно его промывать, как и в том чайнике. Вот здесь вот он закрепляется, кстати, в носике, и вот там внутри вот эта сеточка есть. Ну и вот так выглядит он внутри. То есть вот здесь он полностью металлический, здесь вот идет вот этот ободок. Чтобы посмотреть, сколько налить водички, вот здесь все есть. Вот эта кнопочка, она светится, он идет на подставке. Он более такой конусообразной формы, но вы знаете, он выглядит более... То есть литраж такой же, 1,7 литров, но он выглядит более как-то вот аккуратно. Более такой вот смотрится эстетично, например. Ну, более объемным выглядит стеклянный. Этот прям вот такой он... Хороший чайничек, очень достойно выглядит. Если вам под кухню подходит, то я думаю, что он вас порадует. Тоже просто великолепный. Поэтому вот все, я чайника МАН. Теперь надо, наверное, еще кастрюлек приобрести. И сковородок наших. У меня просто их много, поэтому я пока не брала. И вот здесь вот шнур. Кстати, шнур у меня на первом стеклянном чуть длиннее, чем, например, из магазина. Поэтому тоже меня это порадовало. Они, конечно, не сильно длинные, но все-таки он чуть длиннее. Поэтому вот такой был мой небольшой заказ по 19-му каталогу еще. Кстати, чайники такие есть. Если вас заинтересует, можно заказать. На него гарантия 12 месяцев. И можете вы проверить, посмотреть. Но вот такой чайник, его, вы знаете, не стыдно себе. Кстати, у него запаха нет никакого. Если от стеклянного поначалу немножечко такой вот какой-то все-таки был, вот, то, ну, он не критичен, едва уловимый, но вода не пахла ничем, то есть запаха не было. Но поначалу, когда открываешь, чуть-чуть вот было такое. Вот, ну, наверное, вот стекло, вот этот пластик, силикон, а здесь вот абсолютно ничем, и он, ну, мне кажется, будет замечательный чайник, и я думаю, что мы с ним подружимся. В общем, вот такой был заказ, ссылка для регистрации есть под видео, а теперь я говорю всем пока, до свидания, с вами была Виктория, до новых встреч на канале.